Евгения Малачкова. Евгения Малачкова выходит в красный угол. Вчера был очень непростой полуфинал у нее. Бой получился, прямо скажем, незрелищный. И в синюю головинку. Что Мария Шишмарева, соперница, больше представляющая Ульяновскую область и Чукотский автономный округ. Реальных Мария действий. Уракова! Ну вот Мария Уракова будет сегодня ее экзаменовать, которая выиграла полуфинал. Ну, в общем-то, довольно уверенно. Она обыграла Анну Иванову. Выиграла в начало поединка, во втором, казалось бы, да, что бой чуть-чуть уже начал выравниваться, но Уракова снова удалось захватить инициативу и довести дело до победы. Нижегородская, Ульяновская области. Как будет сегодня, подтвердит ли свой, в общем-то, Мария Уракова, Ульяновская область. Чукотский автономный округ. Статус фаворитки в этом бою Уракова. Евгения Малачкова все-таки забудет вчера. Заключительный финальный поединок чемпионата России 2020. Увидим сейчас. Вот это заклейте. Команды. Понятно? Пожали руки. Удачи по углам. Бокс. Уракова так опустилась в низкую стойку, пытается вот собраться и нанести силовые удары, плотно оперевшись в ринг. Ну, Уракова, она член сборной, призер всемирных военных игр, чемпионка России позапрошлого 18 года. Чемпионка Кубка России была. Она старше соперницы. Выиграла у подруги по сборной держать в полуфинале, как я уже говорил, у Анны Ивановой. И сегодня вполне можно считать себя фаворитом в этом бою. Но считать одно, а доказать это в поединке — другое дело. Молочкова пытается вот за счет движения на ногах лишить соперницу инициативы. Не держать. Но опять-таки, этот вес до 81 килограмма, здесь правило балл, и абсолютным лидером была Зинфира Магомедалиева, но вот она ушла. Брейк. И сейчас выполнять команду. Можно сказать, что этот вес осиротел. Стоп. И девушки борются. Бокс. За право стать главной надеждой нашей страны. Но держать претенденток много. А как получится, посмотрим.
заканчивается первый раунд. Опять-таки отметим, да, движение Молочковой. Она все время в челноке пытается работать навстречу назад и в сторону. Жень, ты что делаешь? Соперница стоит плотно. Ты не боксируешь, ёб твою мать. Вот здесь надо вот показывать свое я, а не там, где я подальше. Тренируется под руководством Александра Комарова, Айрата Богданова и Ильи Богданова. Первый тренер Комаров. Постоянно работать, то есть пропрыгал весь раунд. Много претензий к красному углу. Второй раунд. Много претензий выслушал от Молочкова, от своего тренера. Пытается атаковать. Держать синий. Брейк! Выполняет команду. Уракова тоже, в общем-то, довольно осторожно работает, без особого риска. Пытается тянуть на себя соперницу. Опасно, головами сейчас сближали девушки. Стоп! Синий, не держать. Брейк, шаг назад. Бокс! Легко, легко все, легко. Корпус прямым ударом достала соперницу Уракова. Не держать, красный. Брейк! Не держать. Брейк! Точнее было сейчас Уракова, но чуть не воткнулась в рефери, отходя назад. Стоп! Стоп! Раз. Боксер. Ну вот бой начинает походить на вчерашний полуфинал. Стоп! Выше голову. Чуть поживее, конечно, но опять-таки очень много пауз, очень много клинчей. Молочкова работает в таком стиле типичного спойлера. Держать синий. Брейк! Выполнять команду. Последние секунды второго раунда. В синем углу ринга готовится к продолжению боя Мария Уракова, Ульяновская область, Чукотский автономный округ. Ей 31 год, боксом занимается 5 лет. Мастер спорта России международного класса. Счет баян не ведет. И является чемпионкой России, чемпионкой Европы.
тренируется под руководством Кожуха, Богданова и Чудакова. Первый тренер Мухаммед Бетов. Вечером покажешь, победу уйдет. Понятно? Потому что сейчас счет зачем постоял? Что ты стоишь? Что ты держишь? Я сказал, можно повернуть, но не надо стоять. Секунда, дезеринг. Маш, третий раунд. Слушать, выполнять команду. Не держать. Заключительный третий раунд в этом поединке. Заключительный третий раунд в этом поединке, друзья. И вообще заключительный раунд соревнований, которые неделю проходили. Чемпионат России по боксу среди женщин в Ульяновске завершается. 3 минуты боя осталось. И мы узнаем имя последнего чемпиона. Десятую фамилию, которая уведет золотую медаль. Толкать сильнее. Картина боя не меняется совершенно. Брейк! Стоп! Боксер, не бороться. Синий. Бокс! Стоп! Чуть точнее. Голову выше. В эпизодах, бокс! На мой взгляд, все-таки Уракова. Держать. Синий. Хватит ли этого для победы? Осталось 1,5 минуты, чтобы это выяснить. Стоп! Синий, боксер. Выше голову. Бокс! Каждый практически эпизод заканчивается вот таким клинчем. Хороший удар со стороны. Стоп! Ураковые. Тайм. Тайм нейтральный удар. Не разговаривай. Продолжается бой. Бокс. Остается совсем немного до финального гонга. Уракова в атаке. Бороться, боксировать. Ну, Волочкова снова ее вяжет. Вы видите, да, просунула руки под мышки туда соперницы. Снова правый боковой от Ураковой ложится в цель. Последние 10 секунд. Держать красный. Молочкова на протяжении всего боя старалась не самой что-то создать, а не дать ничего сделать сопернице. Моментами удавалось, моментами нет. Ну, собственно, примерно такого поединка мы и ожидали с вами, друзья. Посмотрев полуфиналы, были готовы к этому. Непростая, тяжелая победа, когда тебе не дают ничего делать толком. Но мне кажется, все-таки Уракова была лучше. Но я уже один раз ошибся. Не буду испытывать больше судьбу. Уважаемые дамы и господа! В этом бою единогласным решением судей одержала победу и стала чемпионкой России 2020 года весовой категории до 81 килограмма. Боксер синего угла. Ну, Мария, как мы ожидали, друзья, Уракова, Ульяновская Мария область, Уракова выигрывает золотую медаль. Ваши аплодисменты.
прибавляет это золото к многочисленным своим предыдущим наградам. Для награждения в ринг приглашается руководитель Федерации бокса Ульяновской области. Давайте Орлов смотреть награждение. Игорь Юрьевич. Золотого медалиста и серебряного призера. А я при скрипку на этом с вами, друзья, буду прощаться. Думаю, вы посмотрели очень интересное соревнование женских бокс в России на подъеме, что очень приятно и очень важно в преддверии Олимпийских игр. Еще раз поздравляем всех победительниц, всех призеров. И надеемся на то, что награждается чемпионка России 2020 года весовой категории до 81 килограмма. Мария Уракова, Ульяновская область, Чукотский автономный округ. Ваши аплодисменты, друзья, чемпионке и серебряному медалисту чемпионата России по боксу 2020 года. Уважаемые друзья!